Бишкек на сегодняшний день стал центром Шанхайской организации сотрудничества. Премьер-министры государств ШОС прибыли в Кыргызстан для совместного заседания. На повестке дня обсуждение перспектив и мер по углублению сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Приверженность изначальным целям и солидарность позволит надежно обеспечить мир и стабильность в нашем регионе, содействовать региональному сотрудничеству, развитию и процветанию, придать тем самым больше определенности и импульсов делу мира и развития на планете. Шанхайская организация сотрудничества в общем считается организацией по безопасности, но многие страны, входящие в ее состав, выступают за укрепление сотрудничества в экономической области, потому что ШОС – это все-таки 42% населения планеты, а ВВП по паритету покупательской способности превышает 45 триллионов долларов США. Вот и сегодня больше всего инициатив высказано именно по раскрытию потенциала ШОС в этой сфере. Кыргызстан в качестве инструмента расширения торгово-экономического сотрудничества видит создание банка развития и фонда развития. Казахстан предлагает акцент сделать на развитие электронной коммерции. Доход электронных продаж в странах ШОС может составить порядка 1,5 триллиона долларов в текущем году. Мы должны сделать все возможное для поддержки электронной коммерции. В первую очередь это путем упрощения таможенных процедур. Для этого предлагаем провести специальную встречу руководителей таможенных органов стран ШОС. Большое внимание участники саммита уделили логистике. Ее улучшение напрямую связано с увеличением товарооборота между странами ШОС. Иран выразил готовность предоставить свои транзитные возможности для коридоров север-юг и восток-запад. На заседании в Бишкеке был обсужден и утвержден план мероприятий по реализации концепции взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС. Улучшение транспортной системы государств-членов ШОС позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок и способствовать существенному увеличению товарооборота между нашими государствами. В этом контексте хочу отметить поступательное продвижение проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который свяжет Восток и Запад по маршруту Китай-Западная Азия-Европа. Утверждаемый сегодня план мероприятий по реализации концепции взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС позволит нашим администрациям вести необходимую работу по наращиванию потенциала транзитных перевозок. Индия призвала к укреплению сотрудничества в области энергетики, совместному развитию сферы возобновляемых источников. Иран обратил внимание участников Шанхайской организации на необходимость перехода расчетов внутри ШОС в национальных валютах. Россия высказала идею создания собственной платежной системы внутри ШОС. Для взаимовыгодной экономической кооперации нужно дальше устранять правовые и административные барьеры и одновременно строить современную платежную инфраструктуру. Мы все чаще применяем собственные валюты в расчетах. Стоило бы и подумать о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма, а также о том, чтобы обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах. По итогам саммита подписано 14 документов, среди них решение о концепции цифровой встречи покупателей и продавцов из региона ШОС и план мероприятий по проведению года экологии ШОС в 2024 году. Председательство в ШОС в следующем году переходит Пакистану. Страна намерена активизировать сотрудничество в рамках объединения в области добычи полезных ископаемых, развития образования, а также активизации инвестиционных проектов и транспортно-логистического коридора. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу Умурбек специально для CBC из Кыргызстана.